Работы на этом участке от 38-го дома по Советской и до пересечения ее с Ерыгино начались в конце августа. Энергетики проводят капитальный ремонт тепловой сети протяженностью более 300 метров. Все это время жители соседних многоэтажек получают горячую воду по временному трубопроводу. Сейчас возникла ситуация, когда требуется полное отключение воды. Сегодня проходила переврезка трубопровода, в среду работа будет продолжена, так что 13 и 14 сентября жителям нескольких домов придется потерпеть неудобства. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в вечернее время воду будут возвращать в квартиры, а с утра в рабочее время ее вновь не будет. Информация доведена до руководства управляющих компаний, и на дверях подъездов должны быть объявления. Возможно, кроме этих двух дней отключение горячего водоснабжения в этом районе потребуется и во второй половине месяца. К началу отопительного сезона работы на данном участке планируется завершить.